Всем привет! Всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня начинаю снимать новый влог. Кажется, как будто волос. Сегодня 5 октября, очень важный для нашей семьи день. Сегодня Кристина у нашей дочки. И, естественно, немножечко переживаю. Так, значит, расскажу сейчас план действий. Дело в том, что мы всю ночь не спали, потому что встречали гостей, к нам приехали из Москвы. Мои родственники, приехала родная сестра, причем родственники приехали на машине, сестра приехала на ласточке, поэтому приходилось тут несколько раз встречать. Но, в общем, самое главное, что все размещены. Родственникам мы сняли квартиру посуточно, сестра у моей мамы. И сейчас мы собираем нашу Катюшу и едем в церковь. Церковь находится не в городе, но прям недалеко, буквально там 3 километра от нашего города. Церковь выбрана не случайно. Дело в том, что когда я была беременна, мы ходили на службу перед Пасхой. Я была в положении, и мы поехали именно туда. И батюшка меня благословил там, и мне очень понравилась эта церковь. И мы решили с Сережей, что крестить будем ребенка здесь. Вот, так, что еще? Я, как и обещала, на крещении будет видеооператор, и я, наверное, сначала выложу его видео, а я не знаю, конечно, как он скоро нам его отдаст. Ну, в общем, после Кристины я вам покажу Катюшу, скорее всего, даже уже в этом видео вы с ней познакомитесь. Все, как обещала, без проблем. Для меня вот это главное на самом деле, чтобы ребенок был крещенный, как бы защищенный. Вот, так что... После этого у нас в 5 часов вечера банкет, тоже постараюсь поснимать, потому что, как, ну, я думаю, будет что снимать, у нас будет ведущий, будет музыкальное сопровождение, диджей, в общем, дай бог, чтобы было все хорошо, с Богом, и пожелайте нам удачи, я надеюсь, что все будет нормально. Ну что, с Богом, все, мы выдвигаемся, сейчас... Мы поедем уже к маме. Вот он, Серджо. Мы в черном. В церкви, в ресторане мы будем в других нарядах. И все, Катюшу мы одели. Катюша у нас в белом. Но я сейчас не стану показывать ее. Все равно она будет в этом же на видео у Быкова, как бы смысл. Да, кстати, видеооператор, фамилия Быков. Все с Богом. Собрались, поехали. Пусть все будет хорошо. Все, едем. Сзади меня еще родная сестра, сейчас покажу. И тут. Да, вон они с Катюшей там сидят. Максим, поздоровайся. Привет. Привет. Все, едем. А сейчас мы приглашаем очень гостеприимную хозяйку. Человек, в доме которого вы никогда не найдете ни единой пылинки. И которая очень вкусно готовит, поверьте нам. Мы приглашаем сестру папиного, Марины папы, тетю Лиду. Ну что, отгремели вчера Кристины, я хочу по горячим следам вам снять, потому что получилось снять, получается, только вот утром, потом дальше началось уже все, мы очень перенервничали, ну как перенервничали, ну нет, все было нормально, просто было очень много гостей, и в церкви все были, и знаете как, нужно контролировать, в общем, мне брат подарил 30 роз, очень красивый букет, только, к сожалению, видите, некоторые уже опали, но прям такие они высокие, классные, очень красивые розы. Я делала фото для Инстаграма, там все фотографии, но все подарки. Но я знаю, что не все на меня подписаны, поэтому продублирую, давайте в Ютубе тоже покажу. Это огромный мишка вообще, просто он ростом с меня, этот мишка. Очень мягкий, это тоже подарок.
И давайте начнем. Ну, конечно, я хочу сказать, что гардероб у Кати просто теперь, ну, я не знаю, у меня, мне кажется, нет такого гардероба. Посмотрите, вот такое нам подарили пальто. Если это можно назвать пальто, очень красиво. Я вам сейчас покажу просто. В основном подарили одежду. Комбинезон, но я, кстати, вот не знаю, мне кажется, он уже прямо на большой возраст, но несмотря на это, у него, смотрите, вот такие есть все равно как сапожечки, хотя мне кажется, что это уже годовалый возраст, очень теплый, классный комбинезон с мехом, с меховой отделочкой. Это вот на сейчас прямо носить очень хороший, тепленький, с ножками, я люблю, когда вот такие ножички прям суперски, суперски крутой слипик. Вот такой костюмчик тоже очень классного качества, прямо супер. И кофточка большая, а штанишки прям маленькие-маленькие. Так интересно они делают, посмотрите, как вверху. Тоже очень круто. Дальше, костюм. Были подарки не только Кате, но и Максику. Костюм Максику тоже прямо сейчас носить. Спортивный. В садик то, что нужно, вообще супер. Я вам говорю, что у нас у детей гардероб просто. Еще один комбинезон тоже с ножками. И смотрите, здесь манжетик есть. Ну, вообще круто, конечно. Инди. Все круто. Тепленький тоже. Мне интересно, они пишут вообще возраст? L. Просто L. Очень водонепроницаемый такой, знаете, водоотталкивающий. Так, два пакета отсняла, сейчас покажу дальше. Так, дальше вот такое платье, я не знаю, мне кажется, это уже на утренник, знаете, ну, прямо на утренник уже снежинка или на какой-то праздник с фатином, очень прикольное, очень такое забавное платье. Девочка-пироженка, знаете. Это же надо еще складывать назад. Дальше. Вот такой набор погремушек. Это, я так понимаю, Максику футболки, потому что, судя по всему, это не Катюша, а Максику все-таки. Дальше вот такой классный набор колготочек. Смотрите, какие попки. Прикольные зебры, собачки. Ой, секунду, звонят мне. Так, продолжаем, потому что меня тут немножечко прервали. Гости у нас уезжают сегодня. Так, дальше у меня вот такие наборчики есть. Слипик такой хорошенький с ежиками. У меня есть эта фирма, она очень крутая. Это Воронеж, если я не ошибаюсь. Очень крутой трикотаж. У них очень хорошие слипики, бодики. Вот, девочки, кто ждет деток, прямо обратите внимание, потому что у меня есть один слипик именно этой фирмы. Он у меня Максим до 3 месяцев носил его. Я только ждала, когда он высохнет. И Катюша точно так же. Очень классно стирается и очень классного качества. И клепки, и все суперский наборчик. Это подружка мне подарила, вообще супер крутой слип. Дальше вот такой наборчик с фламинго, песочник и шапочка. Ну, это прям на лето, супер круто. Сейчас скажу вам, какой это, 80-й, ну, на этот, на годик, Бонита. Знакомая фирма, тоже у меня, по-моему, что-то их было. Хорошенькая, хорошенькая штучка. А, я родился. Я знаю этот магазин, клево. Дальше. И вот такая кофточка еще на змеечке. Это даже летом такие одеваю. Хорошенькая. Или под, например, под теплый комбинезон все равно же не оденешь ребенка в тоненькое. Дальше пошли опять наряды, опять платье. Это такое интересное платье с болеро. Смотрите, рюшка. И тут болеро. Смотрится, конечно, бомба. И, блин, ну вообще очень клево, очень здорово смотрится. Дальше вот такое платьице. На лето тоже. Вот такой комбинезон, но этот комбинезон можно носить даже сейчас. Очень он здоровский, он мне очень понравился тем, что он на змейке. И он с таким хорошим утеплителем, очень крутой комбез, супер классный, вообще очень здоровский.
Дальше. Вот такое еще платье. Боже, боже. Ну, это вообще, это чудо, если честно. Очень крутое тоже. Это они схожи вот с этим платьем. По фасончику. Так. А этот пакет закончили. Продолжаем дальше. А, мама подарила такой коробочке пледик у нас, потому что у Максима есть любимый плед, с которым он всегда. И в серединке была вот такая очень красивая кофточка. Смотрите, с рюшечками, с цветочками. И внутри еще одна кофточка там есть беленькая. Тоже классная. Только я не вижу, по-моему, 86 размер. А 18 месяцев вообще. Ну, то есть это прям конкретно-конкретно на вырост. Но вы видите, сколько одежды уже есть. Поэтому, когда она вырастет, я очень радуюсь. Прям супер. Дальше мама еще подарила вот такие колготочки. Ну, у меня мама, она дарит всегда такое все. Все, знаете, практичные подарки. Она еще подарила шапочки. Я, кстати, не называю всех, кто что дарил. Так что просто я... Бывает, говорят, вот ты сказала, что подарила мама, не сказала, что Сережина мама, не сказала, что тот. И вообще, на самом деле, лучше, наверное, вообще не говорить, кто что дарил, чтобы не было потом таких вопросов. Классные шапочки. А, наши кумовья, опять же, вот говорю, не надо говорить, но хочу сказать, наши кумовья, в принципе, которые в прошлый раз подарили пледик, который у Максика сейчас самый любимый, вот ему три года с ним этот пледик. И они в этот раз тоже подарили, смотрите, такой классный плед. Мама, у меня мама увидела, говорит, Марина, даже трогать не надо, видно, что очень приятное и очень классного качества. И здесь еще, я так понимаю, кофточка, штанишки и, наверное, слушайте, еще что-то. Плед Лапуля написано. Не понимаю, что еще. Я не разворачивала, если честно, но надо будет у нее спросить. Там, по-моему, есть еще что-то. Очень крутое, вообще супер классное. И в очень красивом тоже пакете было, бирюзовом, таком даже мятном. Очень круто. Так, ну, наверное, почти все. Я так думаю. Сейчас подождите, еще кое-что принесу, вспомню. Еще из такого, из развивающего теста для лепки, пластишка. Но это, по-моему, это подарили Максику, а не Катюше. Я уже, правда, не помню. Но, по-моему, Максику. И вот такой плед с погремушкой. А, еще прорезыватели где-то были тоже, по-моему, на кухне я уже их отнесла. Ну, в общем, масштабы, конечно, удручающие, это очень приятно. Вообще, вообще подарки для меня это отдельная тема. Я мало того, что очень благодарна всем, я всегда потом, когда ношу, обязательно высылаю фотографию ребенка или детей, или себя в этом подарке. Я знаю, что очень многие сейчас посмотрят из моих гостей, кто был на крестинах. Я хочу сказать всем огромное спасибо. Потому что я вообще в легком шоке, честно, потому что я не ожидала таких масштабов. Мы очень круто погуляли, и давайте я направлю на себя, потому что как-то странно, я так долго вещаю на вещах снимаю. Я, конечно, выгляжу так себе, но поймите меня тоже, мы легли вчера, во сколько, Сережа, в начале четвертого, что ли? Да, где-то в начале четвертого мы легли, потому что мы приехали, но мы пока всех проводили, пока все собрали, пока привезли, пока отвезли туда-сюда, мама сидела с детьми, я с мамой поговорила, мама хотела посмотреть тоже подарки, ну, в общем, я такая, я, наверное, не очень свеженькая выгляжу, но извините. Будет видео и будут фотографии. Я, скорее всего, какие-то фотографии вставлю даже в конце этого видео. Эту неделю я ничего не снимала, и мне даже написали: Марина, ты где? Ля-ля-ля. Дело в том, что к нам приехали родственники из Москвы, которых нужно было разместить, встретить, накормить. Кроме этого, к нам приехали родственники из Дмитрова. Кроме этого, у нас очень много было гостей из Шуи, которых тоже надо было. У нас был ведущий, звукооператор, видеооператор, фотограф. Ну, в общем, вы понимаете, что это такая суета, которая кажется, что ничего такого, когда на мероприятии это все уже есть, то кажется, да ладно, что там, что такого. А на самом деле это все требует затрат. И мы делали крестины с молдавскими обычаями, а они предполагают одаривание гостей, кто знает. Это одаривание предполагает калачи. Калачи мы заказывали в Москве. Ну, в общем, у меня мама всегда говорит: Марина, ты всегда сама себе придумываешь проблемы. Я согласна, но зато я сегодня прям... Так, мне звонит телефон еще раз.